В течение 3 лет в Кировской области появится 3 новых школы. Это станет возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит наш регион. Сумма более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правительстве Кировской области. Так, в следующем году новая школа должна открыть двери ученикам в микрорайоне Урванцево. На ее строительство будет выделено около 600 миллионов рублей, причем большая часть этих денег направлена из федерального бюджета. Оставшуюся сумму предоставят областной и муниципальный бюджеты. Кроме того, к 2020 году появятся школы в Чистых прудах и городе Зуевка. Добавлю, что в Зуевке строительные работы должны начаться в ближайшее время, а завершиться они должны к концу 2019 года.